Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим про праздник великолепный, праздничное настроение, картошки 11 лет, ура! И картошка подарила нам танчик премиумный 4 уровня Т-34 с L11. Там еще можно было на протяжении 7 или скольких-то дней заходить в игру, за это получать бумажечки, за бумажечки менять награды в магазине. Я взял 3000 бон и два раза взял резервы на серебро. Это, на мой взгляд, там самое ценное. Все. Награду я получил. Награда действительно полезная для меня. Это хорошо. Этому я рад. Больше ничего интересного для меня в празднике не было вообще. Ощущения праздника нет. Праздничного настроения нет. Никто меня с праздником не поздравил. Просто дали бумажки, за которые я взял что-то ценное для меня в игре. Все. Какого-то праздничного антуражу я не заметил. Старый ангар, который уже используется раз третий, где не отдаляется камера в ангаре от танчика, что очень меня раздражает. И в принципе этот ангар мне никогда не нравился. Что скорее понижает праздник, чем повышает. В первый день вместе с бумажками еще выдавали премтанк 4 уровня Т-34 с L11. Давайте посмотрим, сколько раз понизилось праздничное настроение у меня за этот подарочный премтанчик. Во-первых, у него в экипаже есть радист. Ни на одном танке акционном или премиумном советских СТ у меня нет радиста нигде. Его в принципе у меня нет. Мне пришлось его с какого-то там КВ-2 или фиг знает откуда выдергивать, переобучать, чтобы его туда посадить. Либо нужно качать экипаж заново, или радиста качать заново. Это уже доставляет мне неудобства, и точно праздничное настроение не повышается. Идем дальше. У этого танчика замечательный стиль. Треугольник на башне, на крыше башни. Замечательный стиль. Очень красивый, великолепный, праздничный. Я не могу его поменять, не могу перекрасить. Я могу играть на нем только вот в зеленом цвете, какой он есть, и с треугольничком на голове. Добавило мне это праздничное настроение? Конечно же нет. Дальше идем в коллижен модель танчика. Замечательная броня. Очень бронированный борт, когда ромбик ставишь там примерно 130 мм. Но вдоль всего борта надгусеничная полка, которая пробивается просто ногой. Подбегаешь к нему, как бахнешь ногой, все, дырище во весь борт. ВЛД, когда ромбик выставляешь, там, дай бог, 88 мм, и пулеметик просто дырявый, прямо на ВЛД. Щеки на башне пробиваются легко. Когда играешь на этом танке, складывается ощущение, что вроде бы броня есть, а вроде бы и нет. То танкует, то не танкует. Ромбики ты ставишь одинаковые, но не понимаешь, в чем же дело. А все очень просто. Мы смотрим, какое пробитие на 4 уровне. А на 4 уровне пробитие примерно плюс-минус такое же, как у нас броня. Из этого получается, что просто ВБР плюс 25% к пробитию, мы не танкуем. ВБР минус 25% к пробитию, мы танкуем. А если попасть в уязвимую зону, то там мы никогда не танкуем. Ну замечательно, это же СТ-шка, она быстро ездит, у нее есть броня, которая иногда нам что-то помогает, но не 100%, а чисто когда повезет. А если враги заряжают голду, брони нет нигде, все. Ну, вроде бы прикольно. Быстрый танк и немного брони. Расценим это так. В принципе, это плюс. Но вы посмотрите, какое замечательное орудие с великолепной точностью у этого танка. Если бы ВГ описывал этот танк, по-любому бы про точность сказали достаточное, ведь она стреляет в то направление, куда вы наводитесь. Примерно туда снаряд и летит. Вот это вот великолепное орудие мне точно праздничное настроение не добавит. Я ненавижу кривые пушки. Вот это орудие с кругом во весь экран, это не мое, сори. И казалось бы, ну ладно, попадает иногда и попадает. Так он еще и горит подряд по несколько раз, вот в жопу если ему попадают, вот сколько раз попали, столько раз он подряд и загорится в том же в одном бою. Я сыграл на нем всего-то несколько боев, но за эти несколько боев я несколько раз и загорелся. Точнее, я загорелся мой танк, а потом и я. Танк просто отвратительный именно по комфорту.
У него не опускается орудие, оно кривущее, танк горит во все дыры. Рандомная неведомая броня, которая просто вроде бы и танкует иногда, но не танкует. Это просто ужасно. Это не танк, это какая-то каторга. Он не приносит удовольствия вообще. Ужас. И это праздничный танк. Это подарок на 11 лет. Ни единого положительного момента, связанного с подарком этого танка вообще. Ну типа это коллекция, коллекционеры там видимо должны обрадоваться или что. Ну поскольку я коллекционером не являюсь, я просто взял его и продал. Все. Что в принципе и происходит с большинством танков на низком уровне, которые картошка дарит. А знаете еще какой минус? А минус в том, что на низких уровнях и в бой-то толком не попадешь. Я не катал этот танк в первый день, как его подарили. Я там через недельку зашел или не знаю точно через сколько времени, но не сразу. Я по 2 минуты ждал, чтобы попасть в бой на 4 левеле. Я пошел на сервер, где больше людей, и все равно я ждал по 1.5 минуты, чтобы попасть в бой на 4 уровне. Это тоже добавляет мне какого-то праздничного веселья. Да там никого нет, там никто не играет на этих уровнях. Зачем его подарили? Я не могу этот танк нормально использовать. На нем попросту в бой тяжело попасть. А если я выберу сервер, где меньше людей, или буду играть там рано утром, то я вообще в бой на нем не попаду. А если попаду, я радоваться не буду, лучше бы не попадал. Что это такое мне картошечка подарила? Это какой-то тройной обсер. По-другому я не могу назвать этот подарок. Если картоха раньше просто обсиралась, то тут прям барабанный обсер. Такого говеного праздника в картошке я не видел никогда. Честно говоря, он для меня прошел очень быстро, незаметно, но с вот такими вот говнинками. Ничего хорошего толком не запомнилось, а вот это вот осталось. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.